Всем доброго дня. Сегодня мы разберем какой аккумулятор с Powerbank'а, посмотрим, что в нем внутри. Уже по весу он какой-то пустоватый. Для этого мы будем использовать все средства защиты, резиновые перчатки и защитные очки. Вот такие. С него пленку сначала. Пленкой тут особо ничего такого не видно. Завальцовано, зарезано. Хорошо заделано, что его просто так не разберешь. Ладно. Возьмем ножовку, разрежем его ножовку и посмотрим, что там. Железо толстое, резать его сложно. Постелить сюда какую-то бумажку, тряпку под это все. Потом все можно было выкинуть. Итак, может, видно или не видно. Вот сделал надрез в этом, так. Начинаешь трусить, с него он сыпется песок. Настоящий, наверное, китайский, с китайского пляжа. Сейчас чуть больше разрежу, посмотрим дальше. Неудобно пилять ножовкой, но гремелем опасно выпилить, что там внутри в нем. Ножовкой ничего не будет. Сделал надрез ножовкой, ну, конечно, на телефон снимаю, плохо видно. Вот китайский настоящий песочек. Китаец нам пляж хотел сделать с батарейки. Сейчас я разрежу дальше, посмотрю, что там. Следующую батарейку, если буду скрывать, тоже на камеру буду снимать. Это снимаю на телефон, но ради интереса надо разобрать. Интересно было бы взвесить этот песок, но весов нету. Песок хороший, наверное, с пляжа. Или с китайской стройки мусор, что более вероятно. Его отогнуть. Еще вопрос с подписчиком, кто знает, что там внутри. Если я, ну, при замере тестером показывает какое-то напряжение. Как оно может показывать напряжение, если там песок? Может, там еще что-то есть внутри? Неизвестная мировой науке. Вот крышка от него. Забираем дальше. Забираем, вот крышка. Разобрал. Раскрыл. Надрезали ножовкой, что? Кусачками. Вот эти все кусочки, это его крышка. Так, а что внутри?
высыпаем. Удивительно. Это, наверное, какие-то нанотехнологии китайские. Специальный песок, песок электролитический. Надо Илону Маску написать в Твиттер. Он, может, не знает про эти технологии. Там специальный песок можно использовать. И Тесла будет на песке, а не на его батарейках. Такое получилось видео. Подтвердил факт того, что в самых дешевых пауэрбанках внутри песок, а не литий, как они заявляют. Вторую банку буду разбирать более как бы тщательно. Мне просто интересно, откуда там 3,8 вольта с песка получается. Может, тут в нище стоит какая-то батарейка, которая напругу дает. Но опять же, контакт должен сверху быть. Что, такое получилось видео. Вот такая кучка песка внутри батарейки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. До следующих видео.